Суд Сатварсма отказался возбуждать дело по заявлению Даугавпилской думы, которая оспаривала обязанность сносить объекты, прославляющие тоталитарные режимы. В Думе посчитали, что, обязав самоуправление сносить памятники, правительство вмешивается в автономные функции самоуправления. Однако суд Сатварсмы решил иначе и отказался рассматривать этот вопрос в рамках дела производства. В Министерстве среды регионального развития уже заявили, что Даугавпилс обязался выполнить требования закона и до 15 ноября демонтировать два монумента. Памятное место Красной армии на улице 18 ноября и памятник 360-й стрелковой дивизии Красной армии. При этом монумент в парке Дубровина снесен не будет, поскольку под ним находятся захоронения офицеров Красной армии.